Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня 22 ноября, вторник, 19.15 в Якутске. И, значит, мы в прямом эфире с информационно-аналитической авторской программой «Арена событий». Сегодня гости «Арены событий». Первый заместитель председателя правительства Республики Саха-Якутия, министр экономики Республики Алексей Александрович Стручков. Алексей Александрович, добрый вечер. Добрый вечер. Спасибо, что пришли. Алексей Александрович, говорить сегодня будем о многом, в том числе о стратегии, конечно, стратегии 2030. Но начнем, пожалуй, вот с чего. Из послания главы республики Егора Фанасьевича Борисова от 26 ноября 2015 прошлого года. Подчеркиваю, что наша общая цель на ближайшие годы остается неизменной. Это развитие более высокими темпами. Что для этого нужно? Конечно, прежде всего, диверсификация отраслей экономики, дальнейшее повышение инвестиционной активности, поддержка малого и среднего бизнеса, не сырьевых секторов промышленности. Что удалось достичь к этому году? Как вы думаете, будут ли являться такими же главные аспекты нынешнего послания, которое будет послезавтра? Ну, прежде всего, хотел бы отметить, что, конечно же, главное достижение и итоги вот предстоящего 2016 года – это сохранение положительной динамики основных макроэкономических показателей экономики республики. Это положительная динамика развития валового регионального продукта. Она у нас по итогам года ожидается около 2%. И это на фоне того, что в Российской Федерации снижение темпов роста валового внутреннего продукта составит порядка 0,6-0,8%. И это, конечно, сохранение положительных темпов привлечения инвестиций в основной капитал. По итогам года эта цифра составит порядка 370 миллиардов рублей. И это говорит об интересе инвесторов по реализации инвестиционных проектов на территории Республики Саха-Якутия. Ровно то направление, о чем говорил глава Республики Саха-Якутия в своем ежегодном послании. И это некие ориентиры для бизнеса о том, что ситуация с инвестиционным климатом в Республике Саха-Якутия сохраняется положительно, и это говорит о том, что с республикой и в республике можно работать. Еще раз прошу, соответственно, послание ежегодное главы 24-го в четверг, 24 ноября. Каких акцентов вы ждете, может быть, в этом послании? Что там будет? Прежде всего, я хотел бы отметить, что, конечно же, послание главы Республики Саха-Якутия Государственному собранию Ил-Тимон Республики Саха-Якутия – это одно из важнейших политических событий года. И в послании главы Республики определяются важнейшие ориентиры развития Республики, закладываются основные положения и приоритеты на предстоящий год по реализации стратегических и программных документов. И думаю, что в послании текущего года главный или основной акцент будет сделан на разработку и принятие стратегии социально-экономического развития нашей республики на период до 2030 года и целевые ориентиры и целевое видение Республики Саха-Якутия на период до 2050 года. Документ многоплановый просто, документ многогранный совершенно. И там уделено внимание всему, от экономики до здравоохранения, от образования до промышленности, собственно говоря. Я еще раз хочу напомнить нашим зрителям, что 24 числа, в четверг, в 12.00, будет послание главы Республики Саха-Якутия Егора Фанасьевича Борисова Ил-Тумену. Алексей Александрович, ну вот давайте перейдем, собственно говоря, к стратегии 2030. Обсуждение, общественное обсуждение этого документа идет с 1 ноября. До какого числа оно продлится? Ну, хотел бы отметить, что мы уже провели 20 заседаний с привлечением очень широкого круга общественных объединений, производственных компаний, молодежных объединений, общественных объединений. И мы планируем проведение этих общественных обсуждений проекта стратегии до конца ноября месяца. И в декабре месяце мы планируем проведение научно-практической конференции с привлечением ведущих российских экспертов,
экспертов и специалистов в области стратегического планирования для вот окончательного обсуждения проекта стратегии. В течение декабря она будет доработана и соответствующим образом направлена на согласование федеральные органы государственной власти. Надо отметить, что вот в связи с принятыми изменениями в федеральный закон 174 о стратегическом планировании в Российской Федерации, мы должны проект стратегии социально-экономического развития согласовывать в федеральных органах исполнительной власти. И этот процесс, он тоже достаточно длительный во времени. Не быстрый. Да, и в соответствии вот с принятой методикой и положением на это примерно уйдет, наверное, около полгода. И после того, как документ будет согласован, он будет в установленном порядке представлен главой Республики Саха-Якутия в Государственное собрание Ил-Тумен для принятия соответствующего закона Республики Саха-Якутия и утверждения в окончательном варианте. Но мы уже с 2017 года начнем реализацию этой стратегии, потому что основные моменты и положения стратегии социально-экономического развития, они учтены в наших программных документах, в 35 государственных программах Республики Саха-Якутия и проекта закона о государственном бюджете, который сегодня уже внесен в Государственное собрание и обсуждается, он уже учитывает в том числе и стратегический приоритет развития нашей республики. Ну да, потому что тормозить на полгода даже, это невозможно совершенно. Там заложены такие индикативные вещи, да, и такие индикаторы, которые должны быть уже там к 17-му, к 18-му там, году уже быть выполнены. Как внести свои замечания гражданам, предложения, на сайт ли просто обратить внимание, или это надо какое-то письмо отправить в Минэкономики? Как это сделать? Это можно сделать разными способами, в том числе и на официальном сайте Министерства экономики Республики Саха-Якутия. Можно также направить свои предложения и на почтовый адрес Министерства экономики. Мы их в обязательном порядке рассмотрим. И если будут дельные, существенные предложения по изменению и диверсификации экономики, какие-то новые проекты или направления, связанные с социально-экономическим развитием Республики Саха-Якутия, конечно, все эти предложения будут учтены в окончательной редакции проекта стратегии, и об этом заявители будут уведомлены. Да, и, собственно говоря, уже на сайте появляется информация, от кого, когда получены какие там, да, какие предложения. Да, это абсолютно открытый процесс, и в этом процессе может участвовать любой желающий. А можно ли я спрошу, там, задам вот такой вот вопрос по поводу конкретного предложения, прозвучавшего, правда, прозвучавшего 16, если я не ошибаюсь, ноября. Людмила Николаева, председатель правления «Алмазэргенбанк», предложила рассмотреть возможность создания финансового ТСР на территории Якутии, своего рода якутского Сингапура, который имел бы право предоставлять расширенный пакет услуг в сфере финансов на льготных условиях. Как вы думаете, это возможно вообще? Ну, в теории, конечно, это возможно, но с другой стороны, мы, я думаю, что на первом этапе должны заняться реформированием и улучшением работы уже созданных институтов, включая финансовые институты развития. И на начальном этапе мы должны принять инвестиционную стратегию Республики Саха-Якутия, которая, к слову говоря, станет составной частью стратегии социально-экономического развития. И стратегия инвестиционной стратегия республики, она предполагает в том числе и формирование инвестиционной инфраструктуры на базе уже созданных институтов развития. И на первом этапе мы будем создавать, ну, так называемые горизонтальные и вертикальные связи, чтобы это работало в связке, и чтобы каждый институт развития не работал обособленно, а работал бы на единую цель и на достижение конкретного результата. И, в общем-то, в рамках этого развития и финансовых институтов развития, в том числе и регионального банка Алмазэргенбанка, но возможно, и мы этим будем заниматься. Понятно. Учитывались ли какие-то наилучшие практики, уже существующие, создания подобных стратегий социально-экономического развития, ну, из различных субъектов Российской Федерации?
Конечно же, после выхода федерального закона о стратегическом планировании Российской Федерации мы достаточно активно изучали опыт наших коллег, других субъектов Российской Федерации, в том числе передовых субъектов в части инвестиционной активности и передовых субъектов по итогам национального рейтинга инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации. Это, конечно же, Республика Татарстан, это Санкт-Петербург, это город Томск, Томская область в целом, и какие-то направления, схожие с приоритетами развития Республики Саха-Якутия, мы, конечно же, учли и при разработке нашей стратегии. Вы знаете, очень много таких показателей. Рост численности населения до 1 200 000 почти там, да, 120 тысяч человек к 2030 году, создание 50 тысяч новых рабочих мест. А вот в одном из основных индикаторов развития человеческого капитала из этого документа читаю: покупательная способность денежных доходов населения, в скобочках количество наборов прожиточного минимума, увеличивается с 16-го в 1,6 раза к 30-му по сравнению с 15-му году. До четырех наборов. А скажите, пожалуйста, инфляция учитывалась какая-то, закладывалась возможная, да, девальвация рубля возможная, в какие-то вот эти показатели? Ну, я хотел бы отметить, вот прежде чем ответить на ваш вопрос, следующее. Перед тем, как приступить к разработке стратегии, мы привлекли Московский государственный университет, который нам сформировал сценарные условия развития мировой и российской экономики на период до 2050 года. И также мы брали в основу долгосрочный прогноз социально-экономического развития Российской Федерации, который в 2015 году был разработан Министерством экономического развития Российской Федерации. И когда мы говорим о темпах развития нашей экономики и темпы роста валового регионального продукта, инвестиций в основной капитал, реальных доходов, денежных доходов населения, реальной заработной платы, конечно, мы учитывали и в том числе инфляционные факторы. Вы знаете о том, что уже при формировании прогноза и на 15-й, и на 16-й год планировалось снижение инфляции, но, к сожалению, факты 2015 и 2016 года говорит о том, что темпы инфляции были выше, чем было заложено в прогнозе социально-экономического развития. Тем не менее, мы, начиная с 2017 года, прогнозируем снижение инфляции, и для этого есть объективные факторы. Это и укрепление российской валюты, это и увеличение стоимости барреля нефти и другие внешние условия, которые в целом формируют функционирование российской экономики и, конечно же, отражается и на показателях экономики Республики Саха-Якутия. Поэтому вот те объемы и те показатели, вообще, которые вы озвучили, они, да, конечно же, учитывают все инфляционные факторы. Спасибо вам за внимание. С вами была «Арена событий». Всего вам доброго. До свидания. До свидания.